Чебоксарский аэропорт превратится в современную воздушную гавань. К масштабной реконструкции планируют приступить уже в этом году. Проект реконструкции столичного аэропорта получил положительное заключение глав госэкспертизы России. Сейчас предстоит получить разрешение на строительство объекта. У авиаперевозчиков на него большие планы. От старого здания не останется практически ничего. То есть на основе старого здания будет расстроен новое здание, внутреннее наполнение будет полностью пересмотрено, перестроено и перепланировано. Реконструкция пройдет в 4 этапа и завершится к 2023 году, после чего площадь аэропорта увеличится. Появится пристрой со стороны перрона и привокзальной площади. Вернется к работе второй этаж, который около 10 лет был закрыт. Наверху будет зона вылета, точки торговли и питания. Внизу пункт досмотра, регистрация и лента получения и выдачи багажа. Это не просто частный проект, это проект для города и для республики социально значимый. И, конечно, мы на каждом этапе его реализации будем его сопровождать и помогать инвестору. На время реконструкции работа воздушной гавани остановлена не будет. В перспективе аэропорт должен принимать одновременно несколько самолетов. Инесса Потапова, Регина Кубайкина, Бахтияр Велиев, Республика.